Рабочее совещание с участием главы городского округа Пушкинский Максима Красноцветова совместно с представителями компании «Газпром Теплоэнерго» и работниками прокуратуры состоялось в Пушкино. На повестку были вынесены два вопроса – реализация концессионных соглашений и подготовка объектов теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду. Концессионное соглашение мы фиксируем, что 13 числа мы ждем график, от которого мы отталкиваемся, и формируем дальнейшее развитие ситуации вот прямо вот от того, как мы видим этот график. Также на встрече обсудили проблемы, препятствующие реализации поставленных задач. На сегодняшний момент 27 объектов, которые обеспечивают тепловой энергией населения городского округа, попадают в мероприятия по концессии. Это те объекты, которые подлежат или модернизации, или оптимизации. Вот. Это и котельные, и тепловые сети, и много вспомогательного оборудования. Помимо этого, в данный момент началась подготовка тепловых сетей и котельных к предстоящему отопительному периоду. Нас вызывает обеспокоенность работа «Газпром Теплоэнерго». Как показал зимний период, техническое состояние эксплуатируемых объектов котельно не позволяло при снижении температуры окружающего воздуха поддерживать ближайший температурный режим подачи тепловой энергии на квартирные дома. Представители «Газпром Теплоэнерго» взяли на себя обязательство в кратчайшие сроки подготовить и продемонстрировать график реализации мероприятий. Оба вопроса находятся под личным контролем главы муниципалитета. Камила Клиновская, Александр Корнеев, Мария Головачева. Новости Большого округа.